Мне надо поехать в Звездный. Мне надо в Звездный. Ну, мне надо мне Звездный. Ну, надо мне Звездный. Звездный. Звездный, Звездный. Звездный. Звездный, Звездный. Звездный, 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 Звездный. А! Что такое Звездный? Ты что, не знаешь? Нет. Расскажи мне. Ты хочешь много друзей? Да, хочу. А хочешь попробовать вкуснейшую запеканку на свете? Очень. А узнать, кто такой самый лучший директор в мире? Да, хочу. А хочешь потанцевать на лучших дискотеках? Да, да. А узнать, кто такой Рилович? Очень хочу. Тогда тебе нужна в Звездный. А ты едешь в Звездный? Все началось в январе 2003 года. Я родилась. И только в 13 лет я поняла, что такое счастье. И это не надпись на футболке. Ведь я поняла, что счастье — это оказаться в той незабываемой атмосфере лагеря, ощутить тот свежайший воздух и увидеться снова со своими друзьями. Вот. Что такое счастье. И вот мне 17 лет, и 5 смен пролетели как одна. И только сейчас я поняла, что хочу снова вернуться в Звездный. И у меня есть четкий план. Во-первых, снять видео. Во-вторых, покорить всех своей обаятельностью. Ведь я мисс 2019. И в-третьих, поехать в этот рай. Конечно, ты попадешь в рай. Да не в этот, ведь он не сравнится со Звездным. Итак, вот сходила в крутую парикмахерскую к Мише. И мы счастливы! Село Башарова, ДО, лови звезды, дискотека, отбой и отдых. Серьезно, здесь занятия английским, подъем и зарядка. На завтрак каша, тихий час, кроватка. Здесь каждый ребенок в санинках. Личность вожатая, работают все на отлично. Пафоса лишнего нет, ни грамма. Спасибо за путевку сюда, мама. Ну хватит лить воду, меньше слов. Все мы здесь знаем, что звезды поклов.